Добрый день, дамы и господа. Приветствуем наших людей. В эфире выпуск программы Азухэнвэй Ньюс. И мой ведущий Циля Сёмацюрыс. Сегодня выпуск нашей программы из Сан-Франциско. Этот выпуск ведет внештатный корреспондент Азухэнвэй Ньюс Мариночка. Добрый день. Приветствую наших людей из Сан-Франциско. Когда на восточном побережье Америки трещит мороз, и жители Брайтона выходят в своих шубах, чтобы проветрить моль, в Сан-Франциско солнечно и тепло. Одно из отличий Сан-Франциско от других городов Америки, что здесь все еще ходят трамвайчики. Иногда в городе можно увидеть причудливые скульптуры, выполненные из металла. С этой пристани можно на кораблике добраться до острова, на котором находится бывшая тюрьма Алькатрес. Вы можете видеть эту бывшую тюрьму, если станете на возвышенность. Один из видов Сан-Франциско. А это университет Сан-Франциско. А теперь угадайте, кто живет в этом доме под номером 1456? За этой скромной калиточкой находится дом Марка Цукерберга, основателя компании Facebook. А это паром Сан-Франциско. А это ночной Сан-Франциско. Район, где проживает много людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Как вы видите, бизнес называется хэнджаб. Ну, по-русски, что-то, типа, рученьки шаловливые. А вот еще одно экзотическое название бизнеса. А твоя мама знает? На этом я хочу с вами попрощаться, пожелать удачи, и до встречи в следующих выпусках Азухэнвэй Ньюс. С вами в выпуске была наша Мариночка. Спонсором выпуска был ночной клуб Сан-Франциско «Голубая устрица». До свидания в следующем выпуске, и будьте таки нам здоровы.